Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как кодировать отклик педали газа на примере на моем автомобиле 212-м блоке двигателя MET40. Нам нужно изменять 4 параметра, и эти параметры, в принципе, то же самое, что и на других автомобилях. Просто там, скажем, другие блоки, например, на 211-м мы 97 блок двигателя, на 204 другая блок двигателя. Я сейчас показываю через видеому, а потом на Mercedes 211 покажу через программу X-Centry. То же самое, кодировка отклик педали газа. Я вот сейчас показываю, что я кодирую через OpenPort. В прошлом видео я вам показал, как получить для видеому 9 уровень доступа, но я вам хочу сказать, что это не в всех случаях работает. То есть вот мы кодируем, например, блок MET40, и нам все равно нужен CTK калькулятор. Вот у меня первый уровень. Вот давайте сделаем 9 уровень. Я все это в прошлом видео уже показал. Копируем файл с доступом 9 уровня. И вот здесь вставить. Да. Включаем VDEMO. Вот PARG через OpenPort. У нас уже 9 уровень, но вот когда я подключаюсь к блоку двигателя. Ощущения совсем другие. Автомобиль едет по-другому. Ого, как-то дерганный, что ли. Резко берет обороты, нажимаешь на газ, и резко автомобиль разгоняется, не думает. Как будто механика, да. На педаль газа реагирует вообще по-другому, вообще. О, черт. Блин. Ого, тихо. Видите, как только нажимаю на газ, вообще не думает. Посмотрите, вот. Вообще не думает. Как только нажимаю на газ, сразу разгоняется. Как будто механика. Сразу, вообще не думает. Включите этот режим, посмотрите, поездите. Если не понравится, опять выключите, нет проблем. Вы же не заплатите никому деньги, вы это вы сами все делаете. Поэтому включите, нравится, оставьте, не нравится, выключите. Всем спасибо и удачи на дорогах, друзья. Thank you.